хочет трехлетнего ребенка забрать с собой куда-то там получить какую-то посылку, потом поехать по другим городам. Заебёт. Фу! Фу! Да, правильно, ребенку надо только так говорить, фу. А, я так, знаешь, что-то такое выпил. Просто воду. Привет всем, здравствуйте. Не балуйся. Дела отлично вообще сегодня. Вообще у нас так тепло, да? Еще вот очень классно. Первые ты сразу подарили. Красиво. Спасибо, Павел. А. У вас как дела? Отдал пустую бокал. Напи. А, спасибо. Иди отнеси. Лати, ты такой шутник, а? Не гулять эти воду. Не можешь налить воду сам? Я ты сама налей. Надо ему отдельный тикток создать. Латиф, иди сюда. Скажи салам алейкум. Сюда скажи. Салам. Он сейчас... Ты откуда? Стараза. Всего по нас скажет. Сюда так... Успокойся, пожалуйста. Тебя ест она? Да. Сюда иди-ка, скажи салам. Скажи салам. Смотрите, он меня сейчас поцелует. Целуй. Мой мальчик. Это что, не мой сын? Я даже не прошел, меня целует. Ну, он всех целует. Салам. Здравствуйте, и подарится и русская. Ой, чё? Ой, тише, долбанёшься сейчас, дурак. Нам за тебя отвечать потом ещё. Всех будет, скажется... Так это у него же просто что-то здесь грязное было. Ну, я реально на синяк, да, было похоже? Ну, я думаю... Эй, не трогай гитару. Что такое? Да не трогай ты, пожалуйста, гуся. Ксения заходит. Привет, говорит. Когда он смог в обед первый раз зайти, он всегда по вечерам выходит. Ну, то не факт. А там, когда в обед зашел, это одноразовая акция была. Ты. Смотри, радостный такой. Ой, спасибо за розочки. Спасибо большое. Сама! Че сама? Сама! Что он за это берет? Пока! Сама. Пока! Папа пока. Умер. Соболезную. Что делаешь там? Что творишь? Это. Что это? Тарас. Что, серьезно? Да. Не знаю. Пока. Ням-ням-ням-ням. Ой, господи. Ням-ням-ням. Павел, спасибо большое. Вау, спасибо. Вот надо правильно, ничего отметить. Ням-ням-ням. Вот я сейчас. Лучше прижить. Ням-ням-ням-ням-ням. На похоронах 202. Смотрите, он черный какой. Это не мой ребенок, если что. Тарас, да, привет. Пожалуйста, в рот не надо его. Пока-пока, Марат. Пока-пока-пока. Вон, вон, даже ребенок уже говорит пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Не я! Я! Пока-пока-пока-пока-пока. Все, иди. Ты будешь пока-пока всем говорить сегодня. Хотелось бы ребенка. Ой, упал. Стараза. Тихо, пока он не... Я еще разобьет на... Скажи привет. Привет. Привет, ты что? Скажи хай. 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 Hello. Я раз как он говорит. Скажи hello. Скажи hello. Скажи. Hello. 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 Смотри, как... Да здесь жопа нет. Нет, вообще у нас тепло сегодня, вообще лето. Mm-hmm. Классно. Привет, здравствуйте всем. Спать будешь? Нет. Во сколько вы проснулись?
Ты чего, Надя, ты хотела, пока она ушла? Сколько времени уже часов? 10, что ли? А я, знаешь, у меня, короче, телефон сел. Время было 9 часов. Телефон сел, короче. Я Рамазана телефон взяла. И, короче, там было 10:17. А, ну, да, я думала, что... Поздно. Тихо, не кричи. Сколько градусов? Не знаю даже. По градусам не смотрю. Ну, 20, да. Красивая, милая девушка из... Привет из Азербайджана. Привет. Надо. Ой, прыгай тут. Красотка. Спасибо. Спасибо. Пока. Мама. Блин, а вы салам. Салам. Оскар будет, да. Глаза очень красивые. Спасибо, Зарина. Пожалуйста, не убивай пингвина. Ну? Какая запись? Ага, сейчас прям когда прямой эфир или запись. Там запись будет так, типа, то, что... Да хоры, блин! Эй, я сейчас у тебя их заберу. Нельзя. Нельзя. Он уже трёхлетний ребёнок. Продаёт. Шутка. Бесплатно, иди сюда. Руки. Любвеобильный, дурковатый, любит поорать. Так, милый. Павел, спасибо. Знает русский, чуть-чуть английский, чуть-чуть казахский. Да. Ну, еще может будет. Дурак? Ну, да. Вы откуда, стараться? Нет, когда он один, он нормальный. Ну, что-то не видно. Что-то не то с ним. Это не мой ребеночек. Система сломалась. Это братик. Братик. Успокойся. Вот и встал. Эй, все, лати. Все, начал орать. Спасибо за розочки. Латив, успокойся, ты чё? Ку-ку. Ты ку-ку.